Васильевич сказал, что есть планы по встрече с президентом России. Ну, действительно, два президента, Путин и Лукашенко, они достаточно часто общаются, и мы далеко не о всех их телефонных разговорах сообщаем. Это продиктовано особым характером союзническим наших двусторонних отношений. Вот. И при необходимости, конечно, встреча произойдет. Пока точной даты нет. Я оставлю это без комментариев. Верну вас тогда в 24 число. Вы помните, и достаточно обстоятельный рассказ Александра Григорьевича. Мы тоже делали заявление. Вот это все сохраняет свою актуальность. Вот чего-то нового мне пока нечего.